Приветище, это FNAF 9, мы продолжаем прохождение уже в новогодние каникулы. С Новым годом еще раз, кто не услышал, кто не застал мои поздравления, еще раз с Новым годом. Значит, что мы здесь имеем? В прошлой серии мы укокошили, раздавили прессом чайку, она свалилась в мусорку. Вот здесь вот она была, сейчас я сохранение загрузил, а ее здесь нету. Она куда-то убежала, она свалила. Или фиг знает, что с ней стало, может она... растворилась и превратилась вот в этих таракашек живых. Бла. Короче, ладно. У нас имеется плохой заряд батарейки. Точнее, фонарики. Так что он сейчас скоро сядет. Мы идем вот сюда. Что, стоки какие-то. Блин, а можно подзарядить фонарик? А то, что тут вообще ни шиша не видно. Да я знаю, что он у меня садится. Что я могу поделать, если он у меня сел? Мне бы подзарядиться, конечно. Так, давай я его пока выключу. Пока он окончательно там не сдох. Мы отсюда выбегаем. Надеюсь, здесь нет никаких мусорных автоматов, в которые можно поиграть. Выходим. Фу, ну и вонь. О, здорово. Здорово, наконец-то меня услышал Фредди. Он дал мне подзарядочку. Что мы сегодня будем с тобой делать? Ну, во-первых, нам нужно пойти в апгрейд-комнату, апгрейдить Фредди, сделать ему голосовой модуль. И потом пойти валить Рокси и Монти. И, ну, еще какие-нибудь задания... О, нифига себе. Вот это скримчик. Смотри, какая рожа у него и светится. А чё ты светишься? Как ты светишься, если ты сломан? Так, тут можно пройти сюда, смотри, спуститься. Ой, какая жуткая комната, если это можно назвать комнатой. Бу-у-у. Здесь что-то есть, нет? Здесь что-то спрятано? Подождите-ка, уверен, что это такое? О, чики. А, ну это игрушка, я думал, башка чики. Ее кто-то свистнул с мусорки. Но нет, это просто игрушка плюшевая. По-моему, кроме мусора, здесь ни шиша нет. Ну и запаха. Зловещего металлического запаха. И покрышек. Резины всякой. Так, B3. Мы на этаже B3. Давай карту посмотрим, что ли. О, привет. Гараж. Мы в гараже? Да ну нафиг. Гараж над нами. То есть мы под гаражом. Окей. Здесь банки с красками, которыми можно пошуметь и отвлечь кого-то. Ну кого? Кого здесь собрался отвлекать? Странная локация. Похоже, знаешь, для какой-нибудь битвы. О, генератор. Давай запустим его. Задание обновлено. Включить генераторы. Один из трех. Здесь есть еще один генератор. Давай по проводам пробежимся. Клювчики. В смысле клювчики? О! Она что, живая, что ли? Серьезно? Я ее не ушатал? Поломанная чика. Ваши ж... Машкины. Что-то я, по-моему, не спрятался, нифига. Так, подожди, бластер. Вот. Клюв-то я у нее отодрал, а все остальное нифига. Так, хорошо, что у меня есть пукалка. Постою-ка я вот здесь пока. Так, мне нужно запустить еще один генератор. Она бежит за мной, да? Вот так вот, постой. Генераторы. Ищем еще провода, которые куда-то будут идти. Блин, ну надо же, я-то думал, я ее раздавил. Я хочу посмотреть, вот эти провода куда идут. Они вон туда куда-то наверх поднимаются и включают... Сейчас, подожди, отдохни. И включает фонарь, который светится, вот. Дальше провод идет вон туда куда-то и вверх. Подожди. Я так полагаю, что мне нужно в какую-то другую комнату зайти, в помещение. Подожди, я вон там вот вижу переключатель, например. Я его как-то пробежал. Стоп. А туда не так-то просто спуститься. А, это не переключатель, блин, это даже не рычаг. Это ящик с инструментами там лежит. Издалека кажется, что переключатель. Ну, смотри, я вот могу кнопочку здесь нажать. Пройти здесь. Но я как-то далеко от генераторов убежал, согласен? И от чики. Чики-брики. Оп. Может быть, я здесь что-то... Каску вот, например, мне бы неплохо было бы одеть. Здесь инструменты, которые не подобрать. Генератор, ну где же ты? О, сохранялочка. Так. Чую, назревает битва.
Но когда есть сохранение, мне не стрёмно и не страшно. Еще одна кнопочка. Можно пройти сюда, и тут провод какой-то даже идет, чтобы активировать эту кнопку. Подзарядим фонарик. Хм. Не так-то просто, оказывается, укокошить аниматроников. Пресс был фиговый, китайский. Не дожал немножечко Чику. Можно было помочь ему. Так, внизу ничего нету. Но я думаю, туда и спрыгнуть-то нельзя. Идем по проводу. Можно налево, можно направо. Слышу чикулю. Оп, блин. Бах-бах-бах-бах. Тогда пойдем вот здесь. Могу пробежать здесь. Самое главное, чтобы мы не упустили здесь чего-то. По этим мусорным лабиринтам. По-моему, это и есть, кстати, лабиринт. Тут бы не запутаться. А карта есть тут этого лабиринта? Подождите, карту покажите мне. Ха, нету карты здесь. Ты в таком помещении, где карту не прокладывали. А интересно, мусор-то кто здесь складывал? Прям видно, что мусор растаскивали. Покрышки вот так вот кто-то же складывал. О, проводок. Так, кажется, нам сюда в этом направлении надо двигаться. Колясочка. Пока нам не нужна. О, вот еще один генератор. Отлично. Два генератора из трех мы запустили. Шикарно. Люк. В который я точно не спущусь. Че, наверное, надо выбираться, нажимать на кнопку и чесать. О, чекуля. Спряталась, чика. Постой. Подумай над своим поведением. Так, мне, наверное, просто надо пробежать здесь. Вот таким вот макаром. И все. Ух ты, нифига себе. А тут что? Запутался я. Ладно, по проводу просто бежим и все. Че тут думки думать-то? Придумывать велосипед еще, как выбраться из лабиринта. Конечно же, по проводу. Че тут надумал? Все, он активирован. Кнопка активирована, точнее. Проходим. Надеюсь, я ничего важного не пропустил. Возвращаться сюда не хочу, в это темное мрачное место. Так, снова сохранение и подзарядим фонарик. Я во всеоружии. Мы уже выходим с мусорного отдела. Здесь не спрятаться. Обходим вокруг. Звук такой, как будто здесь... О, Фредди сюда можно... А, нет. Мне показалось, тут бустер зарядный стоит. Это же парковка. Мы на парковке находим. Ай, блин, стрёмненький ты какой. Ладно, 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 не бузите, не бузите. Так, чекуля меня, кажется, не заметила. Вроде не должна была она заметить меня. Она там стоит и прется дальше. В пол смотрит. Мне не страшно, нифига. Только лишь воняет здесь. Ботами и обосрышами. О, последний генератор. Неужели? Все, 3 из 3. Войти в хранилище роботов. Это, наверное... А где проход? Опять по кабелю бежать надо? А, подожди, вот. Вот, наверное. Нам сюда. Дверки закрылись. Мы назад не вернемся никогда. А, нет. Можем вернуться. Я думал, дверь была заскриптована. О, Фредди. А я могу его сюда позвать? Нет, не могу. Фредди, мне так сыкотно без тебя. Тут что-то, какая-то неведомая фигня происходит. Я думал, что мы уже все с Чикули. А она, видишь, какая живучая. Так, сзади явно кто-то есть. Это Чика идет. Наверное. Выходим. О, фонарики какие. Неспроста тут разные цвета. Ничего себе. Нифига себе. Обалдеть. Это чё, Чика? Задание обновлено. Ключ-карт найти. Улучшить Фредди в отделе запчастей обслуживания. Подожди, но как? Нам же здесь с Чикой еще надо подразобраться, мне кажется. Нет, разве? Я могу выйти? Нет, уже все. Все, типа, прощай. Чика в мусорном отделе так и останется, походу. Горящие глаза, башки ботов, уборщиков или скримеров. Здесь может быть что-то спрятано, кстати. Быть.
Вполне вероятно. Но я сейчас тут все обшарю, конечно, но я вроде ничего не нашел. Так что, если я чего упустил, пиши в комментариях. Так. Насчет, кстати, боулинга. Подарок есть. Насчет боулинга. Я думал, что у меня не было билета проходного ваучера, но у меня же был билет, годовой пропуск в боулинг. Я мог играть в него вообще без проблем. Мне в комментариях тоже написали, а я про него забыл, что я подбирал такой пропускной ваучер на год. Фьючер. Сейчас, подожди. Вот этот подарочек как-то... Я думаю, что как только этот подарок возьму, эти боты проснутся. Как-то подойти так аккуратненько. Давай, 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 давай. Черт. Надо на стол запрыгнуть, походу. Угу. Сейчас разбегу попробую. Опа. Ну, возможно, это моя ошибка, конечно. Старый постер. Эх. Я думал, тут будет какой-нибудь ваучер. А он мне нужен, чтобы в гольф поиграть. Да, ребята говорили, что когда ты зайдешь... в гольф, или не в гольф, а где там с Монти-то будешь рубиться. Там мы поднимали какую-то записку техобслуживания, что ребята попали в какую-то лунку шариком и случайно сбили Монти, и он сломал две ноги. И ребята говорят в комментариях, что тебе нужно точно так же сделать. Просто сбросить Монти при помощи шариков, он тогда ноги поломает, и там ты его убамбашишь. Сохранились на всякий пожарный. Так, где мы находимся сейчас? Мы находимся на этаже P1. Уже радует. Ранует. Значит, нам сейчас, как я и говорил в самом начале, нужно пойти... А-а-а, мы что-то были, точно! Это же мы сейчас в душевых находимся, да? Ага, 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 точно, точно. Прачечная и душевая. Ну, я знаю, как отсюда выбраться. Значит, мы сейчас идем с тобой и... Так. Будем апгрейживать Фредди. Побежали. О, да, мы приехали. Мы приехали в комнату апгрейда. Сейчас ставим модуль нашему Фредди. И при помощи этого модуля мы сможем что-то делать. Надеюсь, нам расскажут, что. Так, я думаю, Фредди надо позвать. Фредди, беги сюда. А, вот ты где. Значит, мне нужно, чтобы ты туда зашел. Вот сюда вот прям. Что-то туда. Не открывается, видимо, надо с компа запустить. Так, улучшение чики. Запускаем. Подготовку к процессу улучшения. Можете зайти в защитный цилиндр. А, Фредди уже там лежит. Ништяк. Фредди готов? Я думаю, процедура будет вся та же самая. По кнопочкам понажимать надо будет. Чтобы получить доступ к голосовому модулю, необходимо открыть грудную клетку Фредди. Чтобы открыть грудную клетку Фредди, демонтируйте его бабочку. Да легко. Отрываем ее. Хорошая работа. Теперь снимите нагрудную пластину. Снимаем нагрудную пластину. Отключите горловые провода, чтобы продолжить. Важно добиться полного соответствия схеме. Ок. Что делаем? Ага. Играем в музыкальную повторялочку. Так, кажется, вот так. Отключили. Фух. Смахиваем пот со лба. Дальше нам нужно извлечь голосовой модуль Фредди и заменить его. Хорошая работа. Теперь подключите горловые провода к новому голосовому модулю. Интересно, голос Фредди от этого изменится или нет? Так, как подключить? Ага, пошло. Пошла вода проводная горячая. Следующий. Все правильно. Установите нагрудную пластину на место и надежно зафиксируйте ее с помощью бабочки. А как мне? Куда нажать-то надо? Вот сюда, наверное? Ух, не промахнулся. Запуск фазы испытания. Так. Что это за звук такой был? Ага. Модуль Чики прорывается. Дальше. Что-то меня Фредди начинает пугать. Вроде все. Нет, не все. Промахнулся, не так сделал. Ну все, наверное. Наконец-то. Завершите улучшение. Мы это сделали. Фаза испытаний завершена. Выполняется активация протоколов безопасности. Все, Фредди у нас апгрейжен. Сейчас мы завершаем процедуру улучшения через комп. Завершите улучшение. Фредди, ты где?
Голосовой модуль Чики. Нажмите Left Mouse для оглушения других аниматроников с помощью голосового модуля Чики. О-хо-хо! Какая классная штука. Сейчас нам Фредди еще что-то скажет. Грегори, это улучшение. Деталь принадлежала Чики. Скажи честно, как ты ее достал? У тебя с голосом проблемы. Когда я до этого был на кухне, она упала в какой-то пресс для мусора. С ней все в порядке? Ну, она все еще функционирует. Рад слышать. С новым голосовым аппаратом я могу настроить тональность голоса таким образом, чтобы оглушить аниматроников. Ты уже должен спать. Чертов. Так, запрыгиваем, скорее всего. Сгорей, давай. Блин, он меня все-таки достал. Негодяй. Короче, пока он там болтает, я бегу от этой луны. Насрать мне на нее. Поехали. Так, сейчас залезем в бустер. Главное, чтобы она меня не настигла в лифте. Если она достанет меня в лифте, эта луна чертова, я просто вырву волосы и на голове нашего мальчика. Приехали в техпомещение. Луны нету, на удивление, прям вообще капец. Фредди, давай-ка подзарядимся, все равно залезем в бустер подзарядный, на всякий пожарный. Так, осталось отсюда теперь выйти. Кстати, насчет Рокси Рейсинга. Мне говорили, что нужно туда попасть через второй этаж. Я там уже бродил, когда Фредди приносил коробки, мы туда как-то перелазили. Вот там вот надо как-то пройти в Рокси Рейсинг. Сейчас я попробую это сделать. Где-то здесь вот. Кажется, сюда. Вот мы проходим. Вон там Фазер Бластер. Мы играли недавно. Коробки где-то Фредди тут расставлял, через которые мы пролезли. И Фредди потом весь свой заряд аккумуляторный где-то прособачил. И мы ему потом помогали. Хотя я даже не понимаю, чем мы ему тогда помогли. Он сам ожил. Сказал, что у него второе дыхание появилось. Так, вот они. Рокси Рейсинг. Наконец-то. Наконец-то мы сюда попали. А я думал, что поскольку тут все в рабочем таком состоянии, ну, в строительном, сюда как бы никак не пройти, но оказывается можно. То есть, в принципе, можно тут и в карты порубиться, да? Я надеюсь на это. Смотри, все равно тут стройка идет. Даже несмотря на то, что мы внутри уже игровой комнаты. Это прям печалит меня. Че, неужели тут не будет картинга? Ну, должно же быть. Спрыгивай, мальчик, вот же тут. Блин. Мальчик корявый, конечно, вообще пипец. Блин, сраные цепи. Ну, кстати, несмотря на то, что они тут есть, тут нету замка. Почему бы парнишке бы просто не снять эти цепи и зайти? Но нет, не все так просто. Нас пацан немножечко тугодум. Он не может сообразить, что цепи можно просто вытащить и все. Но тут, кстати, есть еще одна дверь. Если я заходил сейчас вот сюда, а тут еще вот есть какие-то гоночные ролеты. Пойдем-ка тут пройдемся. Опа-на. Сейчас фонарик подзаряжу. По-быстренькому. Есть? Че это за помышление такое? Трасса! Ты погляди-ка, где картинки? Ну, по крайней мере, похоже на дорогу. Что там? Глэм-рок? Офигеть. О, ступеньки какие, смотри. Можно второй этаж подняться? Что здесь у нас? Подарочек нашел какой-то. Че за подарок? Пиньята Рокси. Ладно, потом эту пиньяту побьем хорошенечко, чтобы достать с нее конфеты. Я предлагаю сходить с тобой вот сюда, посмотреть, что здесь у нас. А здесь, собственно, ничего. Тут лак какой-то. Тут, видимо, маникюр делали кому-то, чему-то. Да, нифига себе, тут сколько ботов-то ездит охранником. Чё так их много? Поразводили их тут. Это туалеты. Угу. Пойдем по туалетам прошвырнемся, может, тоже что найдем интересное. Я сомневаюсь, тут такие маленькие туалетики. Можно, в принципе, сюда позвать Фредди и не париться ходить мимо охранников. Но что-то лучше я его заряд оставлю на потом. О. А, ну да, это точно тут это парикмахерская была. Там маникюрный салончик небольшой был. А тут парикмахерская. И вот мне теперь интересно, мы тут что-нибудь найдем в этой парикмахерской? Все разломано. Подарок мы найдем.
Ножницы, наверное, там попадутся какие-нибудь золотые, да? А, кстати, еще было одно примечание. Магнит с Рокси. Магнит с Рокси, это... Есть вероятность, что мы сможем улучшить какой-то пропускной билет через автомат. Надо будет потом к автомату сходить попробовать. Говорили, что если подарок с золотой лентой, то там какой-то золотой подарок лежит. Не знаю, правда это или нет. Догадки, может быть, какие-то. О, сумка. Можно почитать. И автомат. Принцесса Квин. Про этот автомат же говорили. Ёпрасе ты. Сейчас поиграем, значит, в него. Но сперва почитаем, что вот тут в сумаре. Так, так, так. Сообщение «Красный флаг». Журнал обслуживания. Я сделал это. Я сделала все, что ты хотел. Я прошла первую и вторую части. Почему же ты не включаешься? Что тебе еще нужно? Говори. Первую и вторую часть. Это, видимо, про игровой автомат. Первую и вторую части прошла она. Кто она, интересно. Ну что, давай поиграем, посмотрим, что это за игра. Нажмите Enter, чтобы продолжить. Погнали. О-о-о! Нифига себе, прикольно. Забавно. Ох, как здорово, я нашла сердечко. Куча дверей. Двери закрыты. Какая интересная игра. Маленькая девочка в заброшенном замке. Ну, по всей видимости, это принцесса этого замка. Но почему он такой заброшенный? О, я факелы могу зажигать. Допустим. А, ты посмотри. Чтобы пройти дальше, нужно зажигать факелы. Зайцы какие-то бешеные тут летают. Чернильные. Почему-то Бенди напоминает мне это все дело. Они меня могут... О-о-о-о, они какие-то бешеные. Их надо сторониться. Черт, меня схавал. Они на башку садятся. Они высасывают мои мозги. Это как зомбари. Так, тут дверь с ключами. Туда мы не пройдем, пока не найдем ключик. Окей. Здесь может быть ключик? Я думал, что это просто ковер, а оказывается тут подиум, на который надо было подняться. Маленький ключ, он должен что-то открывать. Ясен пень, что он что-то должен открывать. Оу, а вы тут откуда взялись? Ребятки, ребятки, что? Что происходит? Он меня укусил, у меня два сердечка осталось. А, мои мозги. Все, я сейчас сдохну нафиг. Или не сдохну. Так, мы прошли. Но вероятность моего выживания сейчас очень мала. Я могу откинуться, как нифиг делать. Пока что одуряем этих... Черт подери. Это было близко. Это было близко. Кажется, открылось. Бежим, принцесска, бежим. Именно сюда бежим. О, какая комната с каким замком. Мрачная. Я бы туда не пошел ни за что. Мне бы сердечек. Ого. А как туда пора? Тут есть какой-то проход. Мне нужно его найти, видимо. Он с другой комнаты. В принципе, тут головоломки такие детские, простые. Ничего сложного. Ничего сложного я здесь не вижу. Несмотря на то, что у меня нет сердец. Сердце, сердце дайте мне. О, сундучок. Прикинь, все восстановил. Все сердца. Все сердца восстановил. Черт, 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 беги, беги, принцесса, принцесска, беги, беги, беги. Беги, беги, беги. Не стопорись здесь. Еще какие-то... Ого, задний дворик. Нифига себе. Пойдем, наверное, здесь походим, посмотрим всю карту. Увидел сундучок вот тут вот. Что, я чувствую себя странно. Ну, короче, я просто пополнил себе ХП. Хотя оно у меня и так полное было. Зажигаем все факела. Факела. И я думал... А, смотри, тут очередность какая-то должна. Они тухнут из-за дождя. Да, я, кажется, понял. Я, кажется, понял. Смотри, на надгробиях нарисовано типа 2, 3, там одно. Значит, это последовательность, скорее всего. Значит, сюда, потом вот сюда. Так. Так. Нет, не та последовательность. Не та. Хм. Хорошо, 2, 3. Нет, тоже не та последовательность. Значит, тут правильно было. 2, 3. Тут, скорее всего, тоже не та последовательность. Да что ж такое-то? Нужна какая-то последовательность. Значит, когда я вот здесь вот зажигаю, он довольно долго горит. Вот здесь вот я зажигаю, все горит норм. Здесь зажигаю, горит, тухнет. Значит, неправильная последовательность. Возможно, нам надо сюда теперь. Ага. 3. У нас зажжено 3. Зажжено, значит, теперь так. Нет, неправильно. Ладно, еще разок.
Получается, теперь вот этот надо зажечь. И вот этот. Ой-я-я-я-я-я-я-я. Сложные загадки. Начинаются сейчас. О, где мы оказались? Зажигаем. Вот это что за фигня? Что это такое? Необычный ключ. Интересно, что он открывает? Ну, я так думаю, он открывает ту дверь со странным замком. Сердечек у меня полно. Так что мне бояться нечего. Длинный темный коридор. Что же это? Наши покои? Зажига. Ой-ё! Какие-то странные надписи, иероглифы. Чё делать-то? Нифига себе, меня штырит. Дерись, принцесса, дерись, дерись, не сдавайся. Что происходит? Чё-то всё подвисло. Я думал, игра сломалась, но... Чё, всё? Гейм-овер или что? Чё произошло? Эй, чё так темно? Ну, видимо, мы прошли. Как бы ничего не было написано. Не победил, не проиграл. Наверное, мы прошли. В принципе, там других вариантов прохождения этой игры я не видел. Мы по всем дверям пробежались, поэтому я думаю, что мы вин. Так, куда нам теперь пойти-то? О, в туалете подарок. Давай откроем. Красная ленточка, что бы это могло означать? Обувь! Ботинки нашли. Это говорит о том, что мы будем теперь бегать быстрее, наверное. Выходим отсюда. Здесь мы были. Там ничего. Пойдем через главный вход. Попробуем пройти. Попади еще в голову ему. Ой-ой-ой, как ты там сболтал всякую чепуху. Куда-то мог спрятаться, что ли? А, ну да, вон там коляска стоит. По всей видимости, тут больше ничегошеньки нет. Я ничего вроде не упустил. Я, кстати, видел, что у некоторых есть прицел в виде красной точки, а у меня его нет. Почему-то? Что за дискриминация? Ладно, пойдем еще вон туда вдаль сходим. Посмотрим, что здесь у нас. Куда все роботы идут. Охранники. А тут, собственно, ничего. Сюда тоже не пролезть. Фредди, подойди, пожалуйста. Я не хочу шкериться здесь. Я хочу просто тут спокойненько походить. Фредди, где же ты? Это вроде не рулет, это просто синяя стенка. Пока, Фредди, дождешься, ты уже постареешь 100-500 раз. Пойдем так что своим пешочком. Нифига себе, бегают-то шустро, а? Ботинки это вещь. Это прям... Мне, кстати, про ботинки в комментариях писали, но я что-то потом про них забыл. Прочитал и забыл. Бывает такое. Память старика. В ней много ничего не удержишь. Фонарик, дай возьмем фонарик. Заправка. Конечно, для картинга нужна заправка. Хотя я всегда думал, что картинг... А, ну есть картинг электрический, а есть на бензине, который гоняет. Мне, конечно, больше прикалывает, который на бензине гоняет. Но электрические, они мощнее. Они шустрее и мощнее. Вроде бы тут ни шиша нету, тут вообще закрыто. И чё я в этом картинге и забыл? Я думал, я тут с Рокси подерусь. Камера вон там стоит. Там наверху что-то еще есть. Я честно думал, что я тут с Рокси буду драться, но что-то как-то вообще не пахнет этим. Видимо, тут просто бонус на ботиночки и все. Тут ничего нету. Ну, короче, напиши в комментариях, все ли я здесь правильно сделал, все ли я тут собрал. И как мне победить Рокси. Я почему-то честно был убежден, что мы сейчас тут с Рокси сразимся. Но, походу, борода. Все, выходим с Рокси Рейсинг. И пойдем в Гольф Монти. Попробуем все. А, подожди, у нас же есть магнитик. Мы его потом попробуем апгрейдить. Хотя, как мы его апгрейдим? Если мы в прошлый раз пытались что-то апгрейдить, нам дали билетик в детсад, правильно? Я что-то про это забыл. То есть до золотого ваучера мы точно не апгрейдимся. Вот он, Гольф Монти. Почему тут Rockstar Row написано? А, кстати, смотри-ка. Здесь нету чувачка с ваучером, то спокойно можно проходить. И это очень хорошо. Заряжаем батарейку фонарика. Значит, ваучер стоял на третьем этаже. Так, все, а, вот он стоит. Вот он, чувачок, который принимает ваучера. Так, ладно, давай я вначале лобби обшарю, Гольф Монти. Тут наверняка есть какие-то подарочки.
А потом мы пойдем к этому ваучеристу. Но тут помещение такое большое, и оно двойное. То есть, если я сейчас через комнату вот эту пробегаю, я выхожу куда-то... О, нифига себе, пропуск нужен. 10-го доступа. Хо. Я попадаю в этот... Детская бухта, если ее можно так назвать. Огонек горит. Тут акулы, осьминожки, лиса. Там у нас закрыто, видимо, не пройти здесь у нас, да? Не пройти. Кстати, можно вон подняться туда к фонарю, мне кажется. Вполне реально. Давай на всякий забежим сзади еще, посмотрим, мало ли. Опа-на. Оп-оп-оп-оп-оп. И подарочек, пожалуйста. Рокси, что-то где-то тут рядышком. Игрушка, луна. Телек. А зачем здесь телек? Непонятно. 2, 4, 4, 3, 5. Может, это код какой-то? Надо его запомнить или еще что? Так, ну не зря мы зашли за кораблик. Вроде бы тут больше ничего нету. Окей. Пойдем теперь попробуем... А, ну в принципе можно сюда запрыгнуть, если сильно захотеть. Если сильно захотеть, можно в космос полететь. Но что-то пацан не хочет туда запрыгивать. Вообще не хочет. А тут двери можно открыть? А, золотой подарок. Прикинь, двери просто взяли и открылись. И что в этом золотом подарке? Золотая статуэтка, как ранее писали в комментариях. Золотое солнце, действительно. Если коробочка такая с золотой ленточкой, то значит там что-то золотое будет лежать. А, смотри, тут подняться можно. Поднимаемся. Второй ярус. Нифига себе, тут все как огромно большое, такое здоровенное пространство для гольфа Монти-то. Есть выход куда-то. Что за ролета? Давай сейчас выйдем. А, ну это мы на второй ярус, наверное, попадем. Ой, как тут темно. Темно, темношечко. Let's eat. Давай, типа, пожрем. Ну нет, сейчас Рокси прибежит, наверное, да? Ну если что, у меня бластер есть. А, что вы меня так пугаете? Не пугайте меня так. Рокси, ты где? Чика? Твою ж налево. Не ожидал я здесь Чику увидеть. С ее голосовым сломанным модулем. Чикуль, Чикуль, не кипишуй. Не кипишуй. Прикольно, что она теперь не может орать. И кукарекать. Тут не пройти, а если пролезть, то пролезем. А Чика сюда не должна пройти, она не сможет. И зачем сюда залез? М? Для чего? А, есть лесенка? Нет, ну по ней мы не поднимемся. Это даже не лесенка. Ладно, вылазим тогда. Блин, ну зачем-то же? Надо было туда пролезть по низу. Может, на конвейер как-то взобраться можно? Подожди. Не, не запрыгну. Никак. Мы обошли. Здесь туалет. Возьму фонарик. Женский туалет, а там кухня, по всей видимости. Тут тоже ничего вроде бы. Пойдем на кухоньку забежим. Кухня, кухня, кухонька. Есть подарки? Нет места для десерта. Достижение получил. Сколько тут сладостей-то, а? Почему все раскидано? Мы скоро открываемся, тут вообще просто какой-то беспорядок конкретный. Все разломано. Везде искры. Странно все это очень. Очень подозрительно. Да твою ж налево. Чекулька. Не кипишуй. Я на всякий пожарный стрельну. Этому в черепуху не получилось стрельнуть. А тут можно пройти, нет? Нет, тут не пройти. Ладно, идем дальше на кухню. Стой, 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 стой. О, сумочка. Сейчас я ее заберу. Есть вероятность, конечно, что меня сейчас спалят. А может и не спалят. Я вот здесь вот зашкерюсь вот так вот. У меня еще два заряда в бластере. И мне кажется, мы можем спокойненько почитать даже сообщение, которое подобрали. Журнал OBSL. Журнал обсуждения. Почему игровой автомат с гольфом Монти стоит на поле для мини-гольфа? Это какая-то бессмыслица. В остальном он работает исправно. Понял, да? Какой-то автомат про гольф стоит на гу... Вот так вот сделаем. Она не должна была нас заметить. Не должна.
Постойте-ка, подумайте. Так, туалет. Капец. Вот что-что, но я не ожидал, что я сейчас застряну в туалете. О, ой, не зеленая, а красная. Я думал, золотая. Зеленая, золотая. Вот это, конечно, вообще у меня прет. Худи! А худи для чего? А для чего худи? Что оно поднимает? Так, подожди-ка. Да я залезу в инвентарь. Для чего худи? Худи. Худи-буди. Ну, видимо, для скрытности, я так полагаю. Меня в темноте сложно будет поймать. Фредди? А, не-не-не. Это Чикуля. Да! Чтоб тебя! Постой-ка, мальца. А, теперь такие мерзкие звуки издает. Прям вообще капец. Вот еще подарок. Прям передо мной стоял, а я его даже не видел. Стой. Вот так вот сейчас мы его откроем. Магнит с Монти. Еще один магнитик достал. Фух. Ну, вроде бы здесь все. Спускаемся к гольфу. Мы с тобой вместе. Фредди, ты мне нужен. Как думаешь, получится у нас сейчас без ваучера? А, сейчас я вначале так подойду. Нужен билет на вечеринку. Угу. Нет ваучера у нас. Мы точно в этом убедились. А теперь попробуем туда пролезть. Может, на всякий пожарный сохранится? Вдруг я потом оттуда не вылезу. Ну все, я сохранился. Теперь с спокойной душой можем сюда попробовать пролезть. Так, выходим. Ну-ка. Да, мы сюда прошли, но лифт не открывается. Так что, как бы, борода. В любом случае, нужен ваучер. Ну, хорошо. Пустите меня обратно, пожалуйста, о Фредди. Фредди, можно я пролезу? Ну, пожалуйста. Походу, я обратно к Фредди никак. Слушай, ну я же здесь. Фредди, подойди поближе, пожалуйста. Вот это другой разговор. Все, значит, без ваучера сюда никак. Окей, это мы уснили. Ну что ж, я думаю, сегодня достаточно было брождения. Пиши в комментариях, что делать дальше, как сразиться с Монти и с Рокси. Я это почитаю и в следующей серии сделаем. Ну а на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк, подписываться на канал, если ты еще не подписан. И увидимся в следующих сериях. Ой, блин, охрана, надо бежать.